Всем привет! Под микрофоном снова я, Макс. Клоны, клоны, клоны. И еще раз клоны. В популярных мобильных играх, например, как Brawl Stars, ну и так-то и здесь и идет речь. В Google Play можно найти любые клоны, которые копируют популярные игры. Ну как и тупо копируют и другие игры. Ведь разработчики убогих клонов тоже хотят хайпануть и набрать баблишек. Ну это типа покушай говна. Не буду есть твое говно. Убогих клонов можно легко найти, как я это показываю в видео. Что за... какого... Что это такое? И сегодня я подобрал худший клон Brawl Stars. Поехали! Ну вот наш первый пациент. Bravling Animals. Оценки и отзывы в этом игре просто ужасны. Вот описание игры. Бравл в режиме битвы рояль. Чё? Обновите своих животных. Как обновить животных, если они живые животные? Будьте королем джунглей. Ясно, понятно, стать королем джунглей в игре. Добро пожаловать в джунгли. Да и так-то понятно, что мы в джунгли, дурак. Даун. Освободите своего внутреннего зверя. Изнутри эпические боевые битвы. Ага, боевые битвы с Сансом. Сражающиеся в многопользовательских битвах. Особенности. Быстрый ритм многопользовательской битвы. Брут против игроков со всего мира. Разблокировать новых мощных животных, каждый с другим игровым стилем и способностями. Поднимитесь на вершину лидеров глобальной рейтинга и станьте звездой. Обновите свое любимое животное для этого критического края. Куча, блядь! Да, серьезно, что за убогое описание? Кажется, разработчик этой игры явно обнюхался порошком. Кажется, я сами переборщился. Ну ладно, давай перейдем к игре. Серьезно, Unity? Да ладно. И вот она. Да ну, вот этот движущий фон скопировали в Brawl Stars. И да, единственный минус, что игра очень долго грузится. Вот, смотрите, менюшка полностью скопирована из старой версии Brawl Stars. И это выглядит очень сыро и убого. И да, игра сразу выкидывает нас в главное меню, без никакого обучения. Значит, игра без обучения? Так значит, игра не подпускает лохов. Ну вот вы видели, да? Всего лишь 8 бравлеров и все. И очень убогий саундтрек. Ну вот вы слышите, да? Даже переозвучили это. И это выглядит еще убого, чем в прошлый раз. Ну а самое убогое, это боевая карта. Вот вы сейчас это видите, да? Она очень маленькая и пустая. И минус в этом игре очень мало игроков. Ну как играют люди в этом пустом серваке? Ну короче, вот экран победы, да? И всего лишь 4 кубка. 4, мать его, кубка. Хотя бы делали 8 кубков, дебилы. И да, вот наши бравлеры. Тара, Эль Примо, Бул, Шелли, Брок, Пайпер, Фрэнк и Ворон. И почему Тара самый первый персонаж? Да фиг его знает. Стоп, Гангнам Стайл что ли? Да пошел ты в жопу, тупая жопа, чтоб ты, блин, сдох в жопе. Подписываемся на мой канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И всем удачи и всем пока. С вами был Макс.